Как я и обещал, в нашей студии уже появляются очередные гости. Классный танцевальный коллектив. Екатерина Доронина, руководитель этой студии гимнастики, танца «Импульс». Пока Екатерина ничего не будет говорить, давайте мы сначала посмотрим, потому что это презентация нового крутейшего танца. Это надо смотреть, да. Солнышко серое, расскажи, где была, расскажи, где была, да что на пути видела, аль спокойных зверей, непокойных людей, аль темнейшую ночь, аль светлейший день. Солнышко серое, забери меня, унеси далеко, долети высоко. Покажи города, где ни горе, ни зла. Покажи мне моря, которым нет конца. Солнышко серое, расскажи, где была. Расскажи, где была, ну что на пути видела. Света Сенченко и Снежана Пахомова. Девчонки, крутой танец. Идите к нам, малыши. Присядьте к нам, садитесь, да. Пожалуйста. Давайте, но передохнете. Я сразу спрошу у Екатерины, потому что она как руководитель этой студии. Это примера танца, ну, этого номера. Как он называется? Я смотрю, здесь образы прямо какие-то. Это птичка какая-то, да? Или что это? Да, да. Все верно, Валерия. Это премьера номера. В прошлые выходные у нас был конкурс. Девочки заняли с ним второе место. Стали лауреатами второй степени. Вот сегодня вы второй раз наблюдаете. Мы представляем в вашей студии. Называется «Совушка и солнечная девочка». Совушка. А это любимый Валерин контемпорари или нет? Контемпорари, да? Он всегда его ждет. Ты дождался, наконец. Ну, я обожаю вживую смотреть, очень круто. Тут балет приходит, он говорит, а это контемпорари? Они говорят, выучил слово. Да-да-да, и вот. И не вот. Могу не сказать про образы. Совушка. Круто. Я просто, если вы это не... настоящие если показать, перья. Это прямо перья, друзья. А, да. Это перья, да. Это... Это что-то не искусственное, а прямо натуральное? Да, ага, да. Настоящие перья, правда. Специально под образы придуманные, ты прям, как всегда, разработаны. Вам не взлети, хорошо? Подождите, у нее и здесь вот тоже перья в прическе. Очень красиво. Обязательно покажите потом крупным планом, чтобы более детально рассмотреть. И лисичка тоже красивая. Лисичка тоже. Это девочка. Ну пусть, а нельзя лисичка? Меня просто лисом сегодня называют, лис. А это лисичка. Ну, хорошо, хорошо, солнечная девочка, ладно. Екатерина, что смотрите, в конкурсе выступили. Сейчас вообще этот год такой, я понимаю, что непростой. Еще ближайшие выступления какие-то будут? Или да, сейчас? У нас еще в эти выходные чемпионат опять проходит, угу. Мы опять там принимаем участие. Ну и планируем, если ковидные меры у нас не ограничат, то куда-нибудь выезд в другой город. Тогда, это да. Девчонки, поднимите руку, если любите мороженое, честно. Кто любит? Ну, можно я тоже с ними? Мы, Екатерина, вы все любят? Конечно. Мы все понимаем, да. Все. Благодарим вас, что пришли, приходите к нам почаще, вам хочется спасибо. Видеть эти творческие номера, причем одним из первых, чтобы наши телезрители видели все самое лучшее. Екатерина Доронина, руководитель студии гимнастики танца «Импульс», и прекрасные девчонки Света и Снежана. Все. Да, Совушка и солнечная девочка, я выучила. Да.